Мои курочки, как вы понимаете, я теперь уже не профан в видеохостингах. Вот, я теперь знаю о них все. Вот, и, ну, то есть, такая история, чем я занималась всю зиму. В общем, я перепащивал одно видео. После того, как мое видео с Валерой, мой поцелуй на Ютубе ограничили к просмотру, я сказал, а вот хуй вам, я это видео залью на все видеохостинги мировые. Вот, и зашла я в Википедию, а в англоязычной Википедии есть категория видеохостинг. Вот, и там сотня, может быть, две сотни видеохостингов. Вот, я их не считала. И я на все видеохостинги, которые были указаны в Википедии, я на все запостила, да? Ну, на некоторые я не смогла запостить, потому что есть неформатные видеохостинги, вроде Dropbox. Dropbox — это такая хуйня по обмену файлами. Вот, но на штатовские там и немецкие видеохостинги я залила, это видео не удалили. Ну, там, например, сайт myvideo.d. Вот, а сайты вроде Liveleak удалили мое видео. Это видео называется «Исторический поцелуй драматурга и Сиранхели». Если вы введете это в Гугле, вы получите дохуища ссылок. Вот, да, и что я еще знаю? Единственный видеохостинг, который не удаляет порнуху, это Тумблер. Люди заливают порнуху на Тумблер, и Тумблер не удаляет порнуху. Вот, хотя я знаю, что многие гомосексуальные там какие-то порностудии, да, ну, то есть подают в суд на Тумблер. На Tumblr.com. Вот такая история. Так что, хуй вам, видео с Валерой. Мой поцелуй с Валерой останется в сети навсегда.